Всем пламенный привет, любители Point Blank, ну и, конечно же, отдельный привет нашим дорогим любителям женского Point Blank, кто так давно жаждал увидеть девчонок в строю. Дорогие друзья, мы врываемся на финальную стадию женской лиги, и первый же матч на сегодня открывает наш, я надеюсь, поистине жаркий вечер. Это девчонки из команды X-God и девчонки из команды No Skillet Woman. Сегодня я буду не один, в качестве гостя, я так понимаю. Утку уже закинули в группу e-спорта и по всем женским группам, мне кажется, это все уже разлетелось. Сегодня у меня в гостях батька, я не знаю, мать команды Madhouse, Несса. Несса, привет тебе. Привет. Ну что, готова? Готова смотреть за жарой? Конечно, готова. А вообще, твой prediction какой, типа, на кого будешь ставить? Кто для тебя сильнее? Я даже не знаю, но на самом деле X-God могут выиграть, потому что No Skillet Woman, они очень мало тренируются, в этом, скорее всего, проблема. Угу. Хорошо, ну посмотрим. Первый же матч, первая же карта у нас будет в этом противостоянии. Это же деловой центр. Ну и как всегда, будем надеяться действительно на то, что команды будут стоять на своем на последнего. Но пока что мы с вами отправляемся в наше любимое лобби. Мы на него пока еще не насмотрелись. Ну и будем потихоньку прогружаться. Прогружаться заново. Надеюсь, здесь все будут в своих составах, все прогрузятся. Также, дорогие друзья, немного о команде X-God. Здесь у нас присутствуют некоторые девчонки из команды, бывшей команды Toxic Harpies. Да, девочки немного провели рокировки составов, да, ну и в соответствии будет интересно посмотреть, как сыграются. Я смотрю здесь Дакота. Древний игрок Point Blank. Я еще помню, так она в литерейтах, да, где-то присутствовала в женской команде. Если. Ну вот, пожалуйста, Несса как раз-таки мне помогает. Ну ладно, поехали. Поехали. Про команду No Skillet Woman мы сейчас как раз-таки с вами тоже поговорим. Алкоголичку мы уже видели с вами в деле. Так, Венера, Эмили, Лефа и Дикая Киса. Нет, но остальных я пока сразу же не вспомню, но будем надеяться то, что они покажут себя в деле. Здесь сразу же занимаются у нас позиции Тэшки, выход имеется под бананы, плюсом Дикая Киса играет с Кимпой на данный момент и уже оформляет опенфраг под Дакоте. Правда, Атрини был моментальный размен и выход имеется под Аплейнт. Ой-ой-ой, Альфу-то полностью проиграли, тут некуда выходить. Лера тем временем уже занимает позиции бомбсайта, бомба будет установлена. Есть еще один минус по Венере, смещение толка Галички моментально через банан попытается выйти за спину, но здесь опять же будет ее принимать Мелани, я так понимаю, да, сокращение Мел. Но и есть минус все-таки от алкоголички, неплохо поставила пачку, надо быть готовой Лере принимать здесь свою соперницу, но здесь небольшой рассинхрон, не знаю почему, выходит пятерка Клефа без хелпы стрита от алкоголички. Есть минус, но и здесь же Трини находит минус по Дикой Кисе, это все-таки первый раунд в активе команды X-God, но здесь явно было упущение в атаке. X-годы фастом просто залетели под позиции Аплейнта, ну и в соответствии удержать их было практически нереально. Они нашли килл, спокойно закрепились под бомбсайтом. В принципе, все понятно. Все понятно, поехали в следующий раунд. Выход имеется, опять же, на стрит. Со стритом, я думаю, навряд ли здесь стоит вообще в целом стреляться игрокам команды No Skillet Woman. Надо играть аккуратней, надо играть поспокойнее. Но здесь опять же Трини на лонге наводит шороху, находит минус. Венера опять же разменялась, но Трини продолжает выход через лонг. Естественно, то, что приходится смещать сюда свой вектор внимания. Есть информация по снайперу команды No Skillet Woman. Еще и грамотная хаешка падает от Мелани. Неплохой минус. И Клефа тем временем под Б-сайтом одна. У нее есть информация по Дакоте. Но пока что каких-то здесь именно радужных моментов для команды No Skillet Woman мало. Ну, Клефа, да серьезно! Еще и Мелани там просто все потратила в последнем. Не последний, но тем не менее. Можно тебя поправить. Да. Это не Мелани, это Меланхолия. Это Меланхолия? 6-6. Да. Понял. Хорошо. Спасибо тебе, Несса. Но смотри, сейчас ситуация была 4 в 2. Как думаешь, почему вообще ее допустили в первую очередь девчонки команды No Skillet Woman? Ну и во вторую очередь. Как бы ты сыграла, допустим, ситуацию 4 в 2?
Ну, во-первых, у них упала длина, и, как мне кажется, они слишком, не знаю, долго стягивались, и они заняли для себя абсолютно невыгодные позиции. Если бы, допустим, я была в ситуации 2 в 4, ну, блин, я бы делала минуса, немножко как-нибудь аккуратненько. Вот. Ну, окей, они ну смотри. Резко сделали. Давай сейчас посмотрим за X годами, как они ее разыграют. Ситуация здесь аналогичная предыдущему раунду. 4 в 2 и Дакота вместе с Мел пытаются сыграть против четверых своих оппоненток. От Кит Хае будет под Дикую Кису. Дикая Киса, в принципе, имеет информацию, что соперница проходит через шорт. Ну и тем временем падает лонг. Падает лонг, смещение моментальное под дом. Но здесь, в принципе, девчонки команды No Skill It Woman, они зажаты в доме. Именно они не решаются выйти на пик как раз-таки своего соперника. А Венеру прекрасно слышали. Венеру прекрасно слышала Дакота. Отличная пачка, ну и сыграна в соответствии великолепно. Плейнт будет установлен от Мел, но и в соответствии здесь придется уже действовать Клефи и Дикой Киси, но снайперу в соответствии воевать довольно тяжело. Мел тем временем дает саппорта своей тиммейтке, ну и девчонки вдвоем разыграли просто эту ситуацию на ура. От Дакоты отдельный респект, мне кажется, можно ей выразить за игру на позициях шарта. Она очень грамотно сыграла, ее задача была байтить, ее задача была держать соперницу в напряжении. И плюсом она очень хорошо слышит, она очень хорошо слушает своих соперниц, как те передвигаются, ну и в соответствии работает по этой информации. В этом раунде у нас имеется аркада, Венера сразу же делает выпад под позиции БК и находит open фраг по Трине. Но смещение все-таки будет под плейнт, я так понимаю. Или же все-таки пытаются раскачивать. Пока что здесь Атланта пытается вести войну. Находит минус. Если добирается до Венеры, это будет выход аплейн 100%. Как думаешь? Ну, у них и так идет под альфу, в принципе, атака. Они так и так будут туда заходить. Им уже Венера там не особо помешает. Нет, суть в том, типа, не пытались ли они этим фейкануть. Именно в этом был вопрос. Но, судя по всему, нет, фейка у нас не будет. Да, Несса говорит то, что это аплейнт. Я, в принципе, поддерживаю ее мнение. Ну и давайте смотреть. Дикая Киса, тем временем, я так понимаю, услышала Дакоту. Дакота находится как раз-таки на шарте с крисами. Но здесь снайперу против дуалов воевать это практически Unreal. 63% здоровья остается. Венера тем временем принимает решение действовать одна. Дикая Киса все-таки справляется замечательно, но теперь ей надо саппортить Венере как можно быстрее. Есть информация, я так понимаю, по Атланте, но и здесь же Мел смещается на стрит. Ай-яй-яй, вот это уже опасно. Выпад имеется от Венеры, и есть информация по пятаку, но они просто разминулись со своей оппоненткой. Ну и теперь Атланта пытается вести огонь с пятака. У нее это получается. Есть неплохой минус по Дикой Кисе. И здесь же есть информация Венера. Венера промахивается абсолютно все, что можно и все, что нельзя. Времени уже в любом случае не хватит. Ну и в соответствии этот раунд также отправляется в актив девчонок команды X-God. И в общей сумме по первой половине мы с вами наблюдаем 4-0. Миссия успешна. Это было для тебя ожиданно или нет? Ожидаемо, да, было. Достаточно. То есть, вот прям думала, что первая половина это будет какой-то тотальный разнос за X годами. Да, но они неплохо играют на самом деле. Сильная команда. Но, судя по как раз-таки турнирной таблице, да, которую мы с вами видели, да, X-годы действительно идут очень неплохо. Их, в принципе, остановить очень сложно всем девчонкам из команды женской лиги. Ну и, может быть, кому-то это удастся как раз-таки в финальной стадии. Все-таки мотивация должна быть повыше, нежели в групповой. Но давайте смотреть. Пока что первая половина нам говорит совершенно об обратном. Но и здесь у алкоголички могут быть проблемы. Почему-то именно на нее аплейн полностью повесили, Клефа остается одна в районе бокса. Есть минус, три не закрывает, Мел, неплохой даблкилл, алкоголичка опять же нашла минус. Но тем не менее, это 3 в 3 ситуация, она равная, но здесь как-то слишком был привязан вектор внимания X-годов именно к позициям Б-сайта. Они совершенно забыли, что может быть выпад из дома, совершенно забыли, что соперницы могут зайти за спину. От Клефа неплохой сейф, есть даблкилл, и Атланта одна против двоих. Уходит под аплейт, но естественно то, что будет ставить Несса, твоя точка, твоя ставка, точнее, на точку, куда она уйдет? Стрит, нубка или будет играть от пирамиды? Мне кажется, она уйдет на стрит. От стрита вести огонь. Пятак не расценивает. Ну, скорее всего, все-таки двое. Ну, не знаю, нет, если она умеет агрессивно играть, она может и вообще с пирамиды сыграть. Бомба была установлена. Окей, ты бы как сыграла эту ситуацию? Пирамиды. От пирамиды. Ну, ты типа агрессивная такая, да? Пошла рубить, косить и убивать, да? Но здесь все-таки уход в район стрита имеется, но попыталась принять пятерку по первому таймингу, накинуть дамага, но все-таки стрит здесь более выгоден.
Атланти находит минус. Неплохой, но правда, Клефа в этом раунде. Респект, девчонки. Молодец. Везде вовремя успела подсаппортить. Самое главное, то, что еще и со стрельбой смогла совладать. Есть от нее трипл килл в раунде. Но это 4-1. Команда No Skillet Woman на данный момент берет для себя камбэк. Один раунд. Ну, знаешь, это может быть начало камбэка. Положено начало камбэка. Но о каком-то полноценном камбэке говорить еще совершенно рано. Давайте смотреть за продолжением. Два заберут? Да. Думаю, точно. 5-2 где-то так закончится. Или 5-3. Ну, 5-3 это было бы неплохо, слушай, для команды No Skillet Woman. Все-таки оборона на деловом центре. И соперницы действительно одни из агрессивных. Да, наверное, не одни из агрессивных, а одни самые агрессивные девчонки на территории женского Point Blank. Так что здесь против них воевать будет довольно тяжело. Есть неплохой минус, правда, алкоголичка. Далее отдает даблкил, головореза собирает. Но и смещение на лонг имеется у Трини. Тем временем нету информации по соперницам. В соответствии здесь имеется выпад, неплохой минус, ну и Мэл осталась одна против четверых. Опять же, заход будет под аплейнт, но оборона это прекрасно понимает, там из дома будут принимать, ну и дикая киса здесь с кемпой, в принципе, не позволяет пройти. 4-2. 4-2 тем временем, ну вот, как раз-таки второй раунд уже залетает в актив команды XGOT, ну и посмотрим, зашла ли ставка NES. 5-3, может быть, будет, а может и 4-4 мы с вами сейчас увидим по первой половине. Но пока что здесь, опять же, оборона, она крайне статична, они лишний раз боятся выходить на какую-то перестрелку. Но вот Тринити тем временем выход на лонг. Опять же, против Эмили будет дэмэдж. Но пока что так, обменялись любезностями, дали друг другу знать о себе, и тишина. Но опять же, такая тишина, как правило, затишье перед бурей. Но они специально очень аккуратно играют, им важен этот раунд. Ну смотри, кемп опять же принимает выход шарта. Да, я соглашусь, то, что этот раунд в целом для X-годов важен. То, что девчонкам надо бы закрыть со счетом 5-2 по-хорошему и перейти на смену сторон. Но, вот увы, я не видел девчонок из команды X-год. В целом я не могу судить, какова будет у них оборона. Для них плюс, это минус. Вы играли с ними праки, насколько мне известно? Ну да, играли. Ну и как, вот именно деловой центр у вас был уже в мапуле? Я на самом деле не помню, но мы сами по себе деловой центр плохо играем. А. Поэтому чего не могу сказать. Но смотри, тогда вопрос следующий. Опять же, придется ответить наугад. Смена сторон, оборона. Пассивная от XGOT или все-таки агрессия? Да, я думаю, что несколько раундов все-таки будут агрессивными, потому что, зная XGOT, они могут и длину поджимать, и ЦК поджимать. То есть они могут несколько раундов будет таких агрессивных. Mm-hmm. Хорошо, но тем временем, опять же, ситуация далеко не благоприятная для девчонок X-God. Под коробом пытается здесь найти минус Мел, но смещение имеется также под центральное кафе. Здесь Эмили будет, да, играть на упор. Ну и выход ланга будет от Атланты, и посмотрим, как она здесь сможет сыграть, найдет ли фраги. Но пока что фрагом становится только одна, и Мел остается одна против четверых. Снайпер, опять же, дает не ваншот, 14% здоровья остается, ну и добивание от Венера все-таки СУА-93 на шарте имеется. И вот он, третий раунд для команды No Skillet Woman. Ну и посмотрим, на будет ли это пятый раунд или же все-таки 4-4. Мне кажется, такими темпами действительно камбэк оформить команде No Skillet Woman не составляет проблемы. И четверочку они могут забрать. Алкоголичка тем временем как раз-таки играет с нубки. По ней информации абсолютно никакой. Не понимаю, почему ее в целом игнорируют. Но алкоголичка опять же даблкил дает. Она действительно молодец. И здесь же Венера подтягивается на минус Атланты. Тринити и Мел остаются вдвоем против пятерых. Но в чем вообще провал сейчас X-годов, на твой взгляд? Ну, они заходят в альфу, они не нажимают, не откидывают. Алкоголичка просто стоит в нубке каждый раунд, и они ничего не предпринимают, в принципе. Можно было ее откинуть и зайти. Но опять же, там... У меня позицию. Там, видишь, она хаешка была, но она была довольно такая кривоватая. Она не долетела до как таковой нубки, она упала просто за палку, и алкоголичка там засейвилась. Но я тоже считаю то, что игнорирование в целом именно позиции нубки сыграло роль для X-годов поражения предыдущего раунда. Но давайте посмотрим сейчас за X-годами. Мне кажется, все-таки более агрессивный раунд они должны будут подготовить для своих соперниц. И как мы с вами сверху наблюдаем, это выход ланга у нас имеется. Лера пытается тем временем вместе с Тринити и с Атлантой найти минуса, и у Атланты получается сделать этот open фраг.
Дикая киса в очередной попытке найти минус, но не увенчалась удачей. Получила пулю в лоб, правда, алкоголичка продолжает разваливать. Просто какая-то бешеная девчонка уже 11 фрагов наколотила на X-годах. Ну и Тринити вместе с Мел тем временем пытаются справиться еще со своими соперницами. Ну, опять же, здесь со свапами девайса выходы имеются, просто суашек переспрейли. Но скиллет вумен, и все-таки камбэк действительно имеется. Камбэку есть место. 5-4, первая половина окончена, но опять же, если честно, вот для меня, как для в основном комментатора легендарного дивизиона, на женской лиге чувствуются более такие запредельные скорости раундов от девчонок. То есть они, как таковые, не пытаются играть медленно. Даже вот тот раунд, когда мы с тобой обсуждали, да, то, что они делали раскиды, что они пытались выходить на позиции шарта там очень медленно. И даже это медленным стилем я бы не назвал. Именно вот подобные тайминги хаешек, подобные тайминги выхода лонга и выхода на шорт, они более приемлемы для среднего раунда такого для парней. То есть это не затяжное, это дефолт в легендарном дивизионе. Но здесь действительно и команда X-God, и команда NoSkillet Women не пытались как-то сейвиться, они не пытались пятиться. Да, первые раунды, конечно, были проиграны NoSkillet Women, опять же, за счет того, что пытались показать контрагрессию. Но потом поняли то, что контрагрессия не работает, и ушли просто на сейв, играли в закрытую, можно сказать, для себя. Как таковых поджимов мы от них не наблюдали, но это принесло свои плоды. Молодцы девчонки, со счета 4-0, 5-4 оформили 5 раундов команды. Бэк, красавица. Вообще не ожидал. Ну, здесь с учетом того, что я лично как пытался мониторить, да, со своей командой в группе ЧФТВ. Небольшая реклама, подписывайтесь на канал, все дела. Ладно, отдельная история. Я знаю то, что X-годы действительно очень сильные девчонки, и они вообще никому не позволяют играть, и у них очень редко были отыграны BO3 противостояния, но и для меня, с учетом того, что я знаю, с учетом того, что я вижу, действительно, камбэк команды NoSkillet Women был удивлением. И девчонки молодцы, за это их нельзя не похвалить. Так что продолжаем. И этот же раунд начинается для них довольно неплохо. Это 4 в 3 ситуация на данный момент на карте. Преимущество на стороне атаки. Но и атака может потихоньку выстраивать как раз-таки уже потихоньку свой вектор, куда они будут заходить. Будет ли это B-сайт или же все-таки аплейн. Есть информация, что это центральное кафе, но не понимаю, почему Дакота пытается играть настолько агрессивно. Она была в надежде собрать здесь урожай фрагов, но ей надо было менять позиционку. Тем самым она оставляет Леру одну, и это 2-1. Дуалы имеются, твои ставки, затащит или нет? Да нет. Ну, алкоголичка жива, поэтому я не могу сказать, что Лера затащит. Хорошо. Алкоголичка сегодня прям вообще стреляет. Значит, твоя ставка на алкоголичку. Да. Хорошо, но мне тогда не остается ничего, кроме как поставить и поверить в Леру из команды X-God. Так что поехали. Выход второй линии будет чек первой. Так, точнее третий. Есть информация и выход от Эмили. Но Эмили здесь действительно в очень неприятной позиционке находится. Лера находит фраг, и у него есть информация, что соперница играет. Тем временем под бетоном есть минус. Но время. Время. Успеет. Да, успеет. Ну и моя ставка сыгралась. Тебя шоколад. Моя бомба почти сыграла. Ну как почти, у нее сотни хелсбара, по ней вообще не попали. Миссия, если бы она немножечко успешно времени потянула. Ну да, здесь возможно, если бы все-таки со временем просели девчонки команды X-God, то да. Но, опять же, если бы да бы и мешает, сыграла агрессивно, сыграла ва-банк, уверена в себе, ну и это принесло ей положительный результат. Дакота. Очередная аркада центрального кафе. Есть информация Венеры. Дальняя дистанция. Вот сколько я задаюсь вопросом на легендарном дивизионе. Сейчас пришли на женскую лигу. И здесь то же самое. Дуалы дальней дистанции. Вот расскажи мне, Несса, вот у вас девчонки дальнюю дистанцию тоже дуалами берут? Нет. У нас берут, как сказать, одно ОА. Одиночный. Одиночный режим, но не знаю. Ты сама по-прежнему с аугом, да? Или дуалы тоже хватаешь? Ну, я играла с дуалами некоторое время, но я не брала дуалы на дальнюю дистанцию, потому что мне их хочется сохранить. Вдруг, допустим, поставят плен, да я там останусь. Просто сокращаешь дистанцию, да, и стреляешь свои дуалы. Это лучше, чем бегать с одним.
Окей, окей, хорошо. Но тем временем алкоголичка-то что она ставит? Просто открывается из-за мусорки стрита на пирамиду, ставит пачку. Правда, Лера опять же немного портит картину девчонкам из команды No Skill It Woman. Но и смещение, судя по всему, по даплейн. Давайте посмотрим за пятаком. Лера пытается стреляться именно с пятерки, но тем не менее у нее здесь саппорта нету, который может закрыть ей спину. Нужно смещение. Но пока что игроки, точнее девчонки команды X-God, тем временем идут на аркаду центрального кафе. И ЦК здесь тоже может не выгореть. Дакота слишком медленно проходит. Смещение все-таки по даплейн было. Без C5 здесь играют девчонки. Вообще, вот в женской лиге это принципиальное дело. Ага, ну я сказал про C5 и сразу же раскинутый C5. Хорошо, можно. Да, нет, отвечать. Это не принципиально. Я понял. Хорошо. C5 заложены, но вот как раз таки ввиду того, что на первый раз добираются до бомбсайта девчонки команды No Skill It Woman на данный момент, мне кажется, эти C5 могут послужить довольно нежданчиком, так скажем. А, ну там уже хозяина этих C5 убили, и все, на этом финиш. C5 нету, Атланта тем временем на дефе сидит, и Лера пытается сдержать... Что? Как? Она просто одна стоит, два тела ее со стрита дамажит, у Леры остается 4 хп, и Атланта такая, ну, как бы, окей, изи гейм, я ниндзя дефьюз. Что? Ну, девочки, ну такое отдавать нельзя. Но второй раунд все-таки имеется также за обороной, то бишь за девчонками команды X-God, итого 6-5. Вторую половину в чью сторону припишешь? Будет ли здесь камбэк, если опять появится критическая ситуация для НСВ, или все-таки X-God затащит? Я думаю, что X-God затащит. Ставка не меняется? Нет, меняется. Ну и не получилось это подкупить. Ну ладно. Хорошо. Бомба была установлена, все в смоках. Пятерка не решается пока что выходить на перестрелку, пока эти смоки лежат. Но, тем не менее, все спадает. А Дакота зачем? Две хаешки просто внуку потратила, не дождавшись еще даже взрыва первой. Минус имеется. Атланты тем временем закрывает дикую кису. И от Мел вместе с Атлантой еще есть по минусу. Третий раунд также к ряду ставит для себя девчонки команды X-God. Бомба, ну и здесь как раз таки для X-God, но... Не знаю, я бы сказал то, что небольшое дежавю с первой половины, но это пока 3-0. Вот 4-0 будет, если они пятерку для себя не дожмут, вот там можно сказать, что дежавю и развитие по идентичному сценарию. Но пока будем смотреть. Мне кажется, X-God для себя сделали как раз-таки вот такой восклицательный знак. Типа, вот, девчонки, мы здесь пролажали полностью, мы отдали, надо сыграть на более максимальной концентрации. Но давайте смотреть. Давайте смотреть. В этот раз играется медленный раунд и на свои твои ставки. Поможет он им или нет? Ох, ставочки. Если они будут аккуратно играть и пытаться играть от минуса, то, в принципе, да. Если сейчас будет какой-нибудь байт с ДЛ и заход под альфу, если они ее удержат, то раунд будет за СВ по-любому. Хорошо. Но опенфраг. Опенфраг тем временем за командой НСВ, ну и... Против четверых, но здесь опять же, если камеру наверх отправим, четверо игроков, X-God уже находится в районе Б-сайта. Но вот здесь давайте за Атлантой посмотрим. Девчонка именно очень сильно рисковала с учетом своего хелсбара. Не понимаю, почему не было попытки отойти, но там Мел вместе с Лерой просто разваливают кабины. Есть трипл килл, ну и уже ситуация 3 в 2. Теперь преимущество на стороне X-God. Смещение под короб, но Клефа здесь, скорее всего, ей стоит сыграть все-таки аккуратнее, да, на прием выхода пятерки, в то время когда ее тиммейтка попытается пройти на позиции бомбсайта. С дома тем временем спрей имеется от Леры. Лера дает информацию, что соперница пытается ломиться под аплейнт. Но Лера также прекрасно понимает, что снайпер в обойме команды по-прежнему имеется. То бишь ее не ликвидировали. Но им надо ставить бомбу. Откидывают уже хаешки. Эти еще одна зря покинула бомбсайт. В плейнту осталось бы невредимой. А так 15 хп остается. Есть инфа, что та ушла в нубку. Так что будут принимать и на упор Клефа. 60 патронов в парных УА. Ну и... Выпад будет на пятак или нет? Оборона-то, естественно, не дергается. У них есть информация, что соперницы нет в бомбсайте. Времени все меньше и меньше. И вот как раз-таки за счет времени сейчас могут просто проиграть девчонки из команды No Skill It Woman. Клефа нашла одну пачку Тринити, но, тем не менее, Лера ее контрит моментально. Вот он, четвертый раунд. Так, ну что... Теперь нам остается с вами дожидаться только, если будет первый раунд сейчас в атаке от команды No Skill It Woman, тогда можно будет сказать, что что-то похоже с первой половиной. Но мне кажется,
раунда даже не отдадут здесь. X-годы просто, не знаю, мертвой хваткой вцепились в свои оборонительные позиции и просто сидят. Ну вот единственное, что Атланта. Атланта — это очень агрессивная девчонка, которая постоянно пытается что-то где-то поднять, там где-то найти дамага, найти информацию, постоянно аркаде. Даката, меняй ник. Юля. Ну ладно, есть все-таки минус. Дикая киса находит фраг. Так, закрывает алкоголичку. Но рейженные трое девчонок команды No Skillet Woman. Ну, не знаю, мне кажется, даже с учетом того, что их четверо, против троих пройти, ну, как-то тяжело будет. Потому что девчонки стреляют. Хаотично сейчас пробежали. Выбежали с боковой, потом опять вернулись, потом выбежали. Просто, мне кажется, надо было немножечко быстрее делать заход под альфу. Сейчас-то уже X-годы всяко знают, что они сейчас пойдут в альфу. Ну хорошо. Ну да, X-годы здесь оставили Тринити на прием с Аугом с дома. Так что, возможно, да, не знаю то, что девчонки смещаются. Но, опять же, я лично бы поступил на месте команды No Skillet Woman. Отошел бы просто в более закрытой позиции под Б-сайтом и постоял. Постоял бы немного. Время того... не требовало, чтобы они быстро аркадили. Можно было бы просто постоять. Тогда их годы тоже бы потеряли, так сказать, бдительность. И они бы отправили нескольких девчонок на чек того же Аплинта. Но Тринити принимает все-таки Эмили. Бомба была установлена. 3 в 3. 3 в 3 смещение от Кит-Хае. Ну, давайте посмотрим за кассой. Здесь Клефа будет принимать. Если по ней инфа хоть какая-то, но Дакота будет выходить сразу же на чеком окна. И плюс толпа от Мел имеется. Венера разменялась, но Дикая Киса одна с кемпой против двух штормовиков. Так, есть фраг. И до Тринити доберется. А Тринити-то вообще игнор просто полнейший. Но есть добивание. Это все-таки пятый раунд для команды X-God. Ну и победа в соответствии на карте за ними.